Бросить все и уехать в деревню. Для некоторых эти слова звучат как нечто безумное. Но разве можно променять мегаполис, где в доступности все, что душе угодно, на жизнь в глубинке? Однако Олег Булатов другого мнения. Он считает, что смысл жизни любого человека в том, чтобы быть счастливым. И вот уже на протяжении 10 лет мечтает построить собственное фермерское хозяйство и переехать из города, где прожил всю жизнь. Были вопросы, как я буду жить в деревне? Ну, в какой-то момент пришло понимание, что городская суета не для меня, что в городе нет ни чистой воды, чистого воздуха, чистой пищи нет. То беспокойство, которое доставляет город, ну, то есть с пробками, с выхлопными газами, с заводами, оно ни в какое сравнение не идет с тем, что здесь предлагает деревня. Недавно в поселке Витаминный Олег приобрел участок. Здесь будет коровник, небольшое производство молочной продукции и собственные посевы. К слову, коровам, которые будут жить у Олега, на подворье повезло. Ферма планируется исключительно молочной, ведь Олег и его семья – вегетарианцы, увлеченные ведической культурой. На участке также разместят и дом для гостей. Кто-то может просто приехать, агротуризм, в том числе мы будем развивать. Кто-то захочет попробовать коров подоить, кто-то просто парного молока попить, кто-то просто с коровами пообщаться. Совсем отречься от городской жизни семья не намерена. В Челябинске начинающие фермеры уже 8-й год держат вегетарианское кафе. Мария, супруга Олега, шеф-повар. И она, как никто другой, разбирается в качестве продуктов. Фермерские продукты имеют совсем другой вкус. Взять домашнюю фермерскую свеклу и свеклу, которую мы покупаем на рынке, она 100% чем-то обрабатывается. Хорошей фермерской свеклы добавлять ничего не нужно. Она имеет свой сбалансированный вкус. Уехать жить за город – большое испытание, особенно когда планируешь открыть целую ферму. Однако, если есть поддержка любящей семьи и вдохновение, человеку все трудности по плечу, а дом может стать родным даже за пределами мегаполиса. Мария Исакова, Сергей Курапкин, ОТВ.